Кришна. Да. Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. Омск, школа лидеров. Сегодня у нас класс Бхагаватам. Не знаю, насколько будет удобно вам слушать онлайн класс. У нас тоже здесь есть аудитория. Арио! Примерно такая же, как и у вас в Омске. И вы сделаете вступление какое-то или мне начать класс Бхагаватам, Манибан Прабу? На класс Бхагаватам здесь начинается наша школа лидеров на классе Бхагаватам. Приехало около 60 преданных на школу лидеров. Также 90 преданных омских, они тоже посещают этот фестиваль. Так что по вашим благословениям фестиваль у нас состоится. Мы с нетерпением ждем ваших наставлений. Хорошая новость, что преданные приезжают на школу лидеров. Это не просто фестиваль, это школа. Конечно, это настроение фестиваля, естественно, когда преданные собираются вместе и просто воспевают святые имена, это прекрасное время. Смотри, картинка опять снялась. Это всегда, всегда благоприятно. Мы никогда не жалели, еще не было опыта, что когда собирались вместе, никогда не было сожаления по этому поводу. Когда мы просто пытаемся служить Кришне, мы уже себя чувствуем вместе хорошо. И, конечно же, мы относимся к пограничной энергии. То есть иногда мы соприкасаемся с духовной энергией благодаря садхана бхакти и наставлениям духовного учителя. Но иногда мы можем совершать ошибки. Здесь в Бхагаватам все это описывается, какие можно ошибки совершить в области именно религии, да, в области духовной практики. Сначала кажется, что невозможно совершить ошибку, потому что все ясно, предписаны правила, наши принципы известны. Есть философия, мы ее, в принципе, знаем, уже Бхагавад-гиту. Кажется, все несложно. И мы следуем этому, мы стараемся это делать. И все же очень важный момент, оказывается, что духовная жизнь, она тоже имеет свои, как бы, препятствия и опасности. И самая большая как раз опасность нас ожидает именно в духовной жизни. Последняя ловушка майи – это имперсонализм, майявада. То есть имперсонализм означает, что отсутствуют отношения, пренебрегаются отношения, отношениями, пренебрежения. Потому что все едино в конечном итоге, и нет, как бы, смысла глубокого в отношениях между личностями. То есть пренебрегается, игнорируется этот фактор. И ему следует имперсоналист лишь внешне. Называется светская культура, это культура имперсональная. А внешне мы можем заботиться о ком-то, и благие дела даже какие-то планировать и делать, но только для внешнего какого-то порядка. Но внутренний человек преследует только свои цели стать выше, стать самому практически Богом. Или раствориться в Брахмане, в общем. Это как раз последняя ловушка майи, говорится, самая опасная ловушка, которая вот ожидает всех практикующих. И мы говорим о школе лидеров. Философию мы, в принципе, понимаем это, мы не принимаем и персонализм или майяваду, естественно, никто из нас не хочет быть майяваде. Но что нам делать, как нам практиковать сознание Кришны, чтобы утвердить верховное положение личности Бога, Его славу, и как бы возродить значение личности. Через служение верховной личности мы возрождаем отношения также в этом мире, возрождаем этот мир. Каким образом? Как мы можем освободиться от майявады? Через именно усилия, духовные усилия, направленные на именно отношения. Это задача лидера главная, первая.
Потому что иногда понимаю так, что лидер это тот, кто хорошо может управлять, ну, например, ну, устроить все, да, профессионально, чтобы была бухгалтерия, были департаменты, были ответственные, была отчетность, то есть есть наука менеджмента, мы тоже ее изучаем, также кто-то хорошо ее знает. И кажется, этого достаточно, чтобы управлять. Нет, этого, конечно, не будет достаточно, мы тоже уже получаем разный опыт. Все же отношения находятся на главном месте. Причем эти отношения не должны быть на показ, как в светской культуре. Должны быть в глубине сердца. То есть уважение и любовь к преданным, вот это бхакти, должно быть в сердце прежде всего. Мы должны это делать на показ дружить, на показ сотрудничать. Это как раз вот светская культура или майявада. Показное преданное служение. То есть мы культивируем эти отношения внутри. То есть каким же образом? Ведь мы все обидчивые люди. Что касается лидеров, управляющих, как бы класс преданных и проповедников, ведь их иногда будут критиковать, особенно что, кто занимается управлением. Как не хранить эти обиды? Как не обижаться? Как при этом уважать и любить? Вот как эти вещи? Да, от лидера требуется, смотрите, многое. Квалификация духовно требуется. Как не быть мстительным, скажем, как не испытывать неприязнь кому-то, если кто-то поступает неправильно, даже кого-то нужно наказать или отстранить, или заменить. Это в менеджменте есть такие приемы, да, внешние. Но как при этом оставаться духовной личностью? В сердце, да. Не испытывать никому неприязни, не быть судьей в сердце никому, а просто выполнять как преданное служение. Да, Арджуна. Арджуна был воином, и Кришна ему сказал, что должен думать обо мне, но при этом должен сражаться. Каким-то образом вот Бхагавад-гите утверждается такая вот невозможная вещь. Да, как же можно думать о Кришне, да, занимаясь материальными какими-то делами? Это бхакти-йога. Это вершина как бы деятельности, описанной в Бхагавад-гите. И не знаю, сможем ли мы с вами в этой жизни обрести такое совершенство, такое великое совершенство. Но мы можем к этому стремиться, указать как бы путь своим стремлением. Вот лидер, он должен стремиться, может быть, он не освобожденная душа, но он стремится к этой цели. Текст выбран из 7-й песни Шримад Бхагаватам, 15-я глава, наставление для цивилизованных людей. 15-й текст также. Тармарт там апи нехита ятрартам вадано данам аниха нихаманасья махагер ива вриттида. Тут есть текст на экране. Я буду читать перевод, транслитерацию. Тарма артам успеха в религиозной деятельности и благосостояние. Апи, поистине, на, не, ихета, пусть не старается достичь. Ятра артам, сколько надо, для удовлетворения насущных потребностей. Ва, либо, атхана, бедный, тханам, денег. Аниха, отсутствие желаний. Аниха манасья, того, кто не пытается зарабатывать себе на жизнь. Маха ахи, огромные змеи питона. Ива, как вриттида, дающая все необходимое для жизни. Не прилагая к этому усилий. Не прилагая к этому усилий. Перевод текста. Даже если человек беден, он не должен пытаться улучшить свое материальное положение лишь ради того, чтобы прокормить себя или прослыть великим религиозным деятелем. Подобно огромному питону, который лежит на одном месте, и без всяких усилий получает необходимую пищу,
Человек, свободный от желания, не прилагая никаких усилий, получает все, что ему нужно для жизни. Здесь описывается отречение. Отречение. Нишкам карма. То есть нет материальных желаний. Такой уровень. Предупреждение. Нельзя подражать этому уровню. Это не для того, чтобы мы сейчас стали это практиковать, жизнь питона. Это для нашего развития сознания. Мы получаем образование таким путем. Это вопрос образованности. Жизнь питона – это внешний пример. Внешний пример. Но внутренняя свобода от желаний. Только в этом случае человек может не прилагать усилий. Потому что все, что нужно для жизни, у него уже есть по закону судьбы. Это странное очень явление, чрезвычайное, что касается невежественной деятельности, потому что человеку отмерено по его судьбе уже все необходимое, предопределено. И сколько бы он усилий не прилагал, он не получит больше. Он не получит больше. Мы видим, что люди совершают сверхусилия. Но они остаются в той же среде бедности. Мы видели, как многие, как бы, в Советском Союзе люди работали. Все очень работали прилежно, субботники, воскресники и все остальное. И при этом мы пришли к разрухе. Итак, это невежественная деятельность. И как это работает, почему, если у человека есть желание, это значит непосильный труд. Причем не приносит ему счастья или каких-то вот, какой-то прибыли настоящей. Потому что судьба его ограничивает. Все, что он даже получает, он не может правильно даже использовать для счастья. У него нет такого разума. То, что мы сегодня видим. Богатые люди есть, но общество не процветает. Не процветает. Разум. Другой разум совсем. Почему? Это разум жадности. То есть у них много материальных желаний. И они копят эти деньги, чтобы сохранять материальные желания. Потому что все эти желания все равно они не выполнят. За одну жизнь они не могут истратить на себя миллионы долларов, например. Съесть столько пищи не смогут, столько одежды не смогут сносить. Они просто при помощи денег сохраняют эти материальные желания иллюзорно. Думая, что у меня все есть, я в любой момент могу выполнить любое желание. Это лишь в уме происходит. На самом деле, чтобы поддерживать это богатство, эти деньги, им приходится очень много совершать аскез, много работать, плохо питаться, плохо спать, много общаться, сражаться, конкурировать. Вот их судьба. Но он думает, что он богат при этом. Здесь говорится, это жизнь, сопровождающаяся материальными сильными желаниями. То есть, по факту, он живет скудной жизнью в плане знания и даже его здоровья скудное, его отношения тоже не приносят ему много счастья. Но деньги обладают силой сохранять материальные желания, как бы живыми поддерживать их, кормить именно вот материальные желания в уме этими надуманным богатством. И если у человека нет материальных желаний, у него строятся другие отношения, в этом имеется в виду. Давайте попробуем с вами, как лидеры, строить отношения без материальных желаний. А давайте просто думать об этом. Я сейчас не могу сказать какую-то формулу, как это выполнить. Это просто вот как здесь говорится, в Бхагавад-гите говорится, это говорится для того, чтобы мы могли осмысливать это, ну как бы, сознавать эту реальность сами, учиться этому. Сначала просто анализировать, как это, что это, спрашивать, обсуждать. Как общаться друг с другом, не имея материальных мотивов. Тогда в чем будет причина нашего общения? Ради блага других. Ну, так говорится, что вот таким путем мы должны поддерживать свою жизнь. Ради блага других. Значит, в этом уже включается наше поддержание тоже. И если мы заботимся каждый о себе, это не включает заботу о других. Это исключает заботу о других. Но если мы заботимся о других, это включает уже и собственное поддержание. Рука дающего не оскудевает. Это необходимо как бы, ну, осознать,
при помощи духовной практики очищения сердца. И мир устроен так, что, посмотрите, все живые существа получают все необходимое для жизни без лишних усилий. Деревья вообще стоят на одном месте всю жизнь, все получают для жизни, там огромная масса, стволы, там плоды, они еще много чего дают. При этом дерево не совершает никаких действий внешних. Это пример. Пример форм жизни, да, здесь приводится пример питона. Это тоже большое существо, мы иногда видим питона, или в зоопарке, или где-то еще, в цирке, может, кто-то видел питона. И можно подумать, как он питается, это же большая масса. Чтобы прокормить такое большое тело, длиной там 6, скажем, метров, или даже больше бывает, он может проглотить довольно крупную добычу, но чтобы проглотить крупную добычу, ему нужно много бегать за добычей, но не бегать. Как он сможет поймать того же зайца, допустим? Он, заяц, он пулей бегает, каким образом, да. Но тут описывается его свойство, мистическое свойство питона. Он может находиться на одном месте, без всяких усилий получать необходимую пищу. Это уже устроено в его природе. Рук, ног не нужно даже для этого, чтобы поддерживать жизнь питона. У человека есть руки и ноги, ему недостаточно, он делает много механизмов, смотрите. Не все можно делать руками, он думает, но нужны механизмы. Он делает экскаваторы, трактора, он делает большие подъемные краны. И что же он делает этими руками, вот этими искусственными руками? Это искусственные какие-то вещи, которые в природе не существуют, он их придумывает. Может быть, они отражают какие-то миры, вот человек фантазирует, думает, где-то из души исходит у него эта вот память духовного мира, может быть, я не знаю. Но каждый хочет создать что-то необыкновенное, райское, а потом выясняется, что этого необыкновенного, что он создает, есть законный стандарт, то это ничего нового не представляет. Это просто скопировано откуда-то, откуда-то из какого-то другого мира. И вот об этом мире человек ничего не знает, он думает, это уже мой созданный мир. Но скопированная вещь здесь, это как отражение реальности, иллюзорно. Не настоящий здесь духовный мир, вот в этих крупных городах, скажем. Есть большие небоскребы, или автострады, машины, все удобства, супермаркеты, там все сияет. Люди любят посещать сегодня, скажем, такие богатые места, как Дубай. Вот. Они, раз увидев, хотят еще раз приехать, другим рассказать. Что там невероятное богатство, невероятные вот эти вот условия. Но это искусственная цивилизация, которая как бы искаженно отражает какой-то другой мир, о котором люди не имеют ни малейшего представления, думают, это я создал этот мир. Ничего он создать человек не может без оригинала. Без оригинала. Небоскребы есть в духовном мире. И там несусветное богатство. Невероятное богатство. Но не искусственное, а настоящее. Там даже бумажных денег нет. Вообще денег нет. А что же там есть? Взаимоотношения. Это уже закон, высший закон, как бы духовного мира. Это просто взаимоотношения. И таким образом там все существует само по себе. Не нужны подъемные экраны, какие-то механизмы, чтобы создавать все. Создается создателем, естественным, природным. Естественный создатель – это Бог. Это его естественное положение, это его природа. В этом мире много богов, но все они искусственные. И нам, конечно, не нужно, будучи лидерами, подражать богам, маленьким богам в своих как бы ячейках. Нам нужно стараться строить отношения. Особенно это касается между лидерами. Самое сложное построить отношения между лидерами. Именно по той причине, что есть вот ловушка майи, имперсонализм. Я могу удовлетвориться своим положением. Зачем мне еще думать о какой-то ятре, еще о регионе целом, о мире, как Прабхупада думал, кто-то о Вселенной думает. Это. И вот эти взаимоотношения, они расширяющуюся природу имеют в духовном смысле. Потому что они, ну как бы, нектарные, они духовные, приносят счастье, и каждая новая личность, она появляется, приносит что-то, какую-то новизну в сознание Кришны.
всегда радуемся и видим, что вот есть какой-то еще преданный, который мы не знали, еще послушать хотим его лекцию, да, вот он уже известен где-то, или он много книг распространяет, как его зовут, откуда он. Если кто-то какое-то служение выполняет, нам интересен этот человек, да, потому что он обогащает наше сознание Кришны, нашу духовную жизнь. Это взаимоотношения. Представьте, если наш ИСККОН не имел бы таких примеров. Если мы были просто обычными людьми, каждый работал бы на работе, заботился о своей семье, воспитывал своих детей. И, собственно, ему было все равно, как-то несколько друзей, как на обычные люди живут. Да. Если бы у нас не было выдающихся бедных санкиртаны, которые вот просто книги распространяют, идут к людям, вот, совершают такие аскезы. Или духовных учителей, которые отрекаются от материальной жизни, принимают отреченный образ жизни, чтобы просто нести эти знания. Или других, кто тоже жертвует собой, чтобы руководить и управлять этим движением, и все как бы, вот, настроения Прабхупады выполнить. Или построить ли Варнашрама Дхарму, или создать школы, чтобы люди учились. Даже если нет у него денег, если нет у него поддержки, он все равно пытается, и не получается, он снова пытается. Если бы у нас не было бы таких людей, в чем был наш интерес бы здесь вообще, в Исконе, если бы мы были, жили как обычные люди? Но Искон очень интересен тем, что есть отреченные и бескорыстные люди здесь, которые активно действуют при этом. И это естественно притягивает наши отношения. Естественно, смотрите, никаких усилий для этого не нужно. Это не деловые отношения, что я должен пойти на работу, начальник спросит там, потом компаньоны должны тоже, я должен там быть, иначе мои деловые отношения разрушатся, я обязан, и у меня вот заставляет эта ситуация. Я попал в эту ситуацию. И столько, оказывается, лишнего, чего не хочется делать. И улыбаться там приходится, и поддерживать отношения, и терпеть кого-то, хотя я его терпеть не могу. Здесь же все по-другому. Смотрите, если у нас есть это бескорыстное стремление служить Кришне, мы, естественно, хотим видеть друг друга, хотим учиться, хотим общаться, хотим вместе распространять. Это не повинность, это энтузиазм. Здесь это описывается на разных примерах, и так здесь... Говорится, что человек, даже если он беден, он не должен пытаться улучшить свое материальное положение лишь ради того, чтобы прокормить себя или прослыть великим религиозным деятелем. То есть для этого усилий совершать не нужно ради себя. А если даже беден, у него есть причина. Я беден, я должен о себе подумать. А, вот она ошибка. Ты упадешь еще ниже. Вот ты беден, и ты страдать будешь еще больше. Потому что бедный человек, который не обладает разумом, достаточно, чтобы быть богатым, это разум прежде всего. Он не сможет себя обогатить честным путем. Ему придется хитрить и воровать, и обманывать, что сегодня сплошь и рядом происходит. Люди думают, я сейчас прослушаю семинар, как стать богатым, и начну. Да. Но для этого еще нужен разум, кроме того, что мы слышим в семинаре. Еще личные качества. И мы видели и людей, которые имитировали эти вот бизнес, как бы, свои положения, учились и внешне пытались быть бизнесменом, и очень много от них несчастья получили, потери денег и обмана, и даже среди преданных. И мы видели также настоящих бизнесменов, которые себя никакой роли искусственной не играли. Это совсем другие люди, а не нормальные люди. У них достаточно разум, чтобы уважать друг друга и понимать, что такое жертва, что такое истинные ценности. То есть это люди из цивилизации, и можно найти место в цивилизации. Но этим имитаторам-обманщикам нет места в цивилизации. То есть имитировать не нужно эти вещи. Поэтому, говорится, если человек беден, зачем ему имитировать эти вещи, делать сверхусилия, если он не обладает этим достаточным разумом? Поэтому говорится, что для этого, чтобы себя прокормить или просто великим религиозным деятелем, не нужно такой мотив иметь. Но если мы будем заботиться о других людях, вот бедному, что предначертано, ему приходится работать на других, приходится, что он беден. Но он должен сознавать, почему ему нужно это делать, и кому он должен служить прежде всего. Он должен выбрать правильный объект служения. Вот это разум. Вот ради этого он может прилагать усилия. И он может постепенно стать богатым. Чем меньше думает о себе, тем больше шансов. Но сначала нужно принять это положение. Я бедный человек. Я такой, хорошо. Я не буду завидовать богатым, хорошо.
Но у меня есть путь развития, он предназначен в шастрах. Я узнаю духовного учителя, как мне нужно жить, как мне нужно общаться, как нужно работать, как, куда вкладывать свои средства, как переживать свои трудности. Это мой путь к Богу. Почему должен принимать чужой какой-то путь из зависти? Комментарий. Цель человеческой жизни состоит только в том, чтобы развить в себе сознание Кришны. Только в этом. Иначе нет смысла зарабатывать на жизнь. Нарада Муни объясняет это на примере огромного питона, который лежит на одном месте и никогда не ищет в себе источников существования. Однако, по милости Господа, получает все необходимое. Нарада Муни дал такой совет. Тасяева это праятет таковида. Бхагаватам 1.5.18. Человек должен заботиться только о том, чтобы углублять свое сознание Кришны. В этом все есть. Все необходимо для жизни. Об этом также говорит Ачарья. Все, что вы ищете в этом мире и не находите, вы найдете в святом имени. Бхагаватам сказал, все, что вы хотите, и даже больше. Все, о чем вы мечтаете, даже больше. Все есть в святом имени. Невидимый механизм, поэтому нас это смущает. А какой механизм? Дайте мне подсмотреть. Я должен гарантии какие-то иметь. Как это работает? Для этого нужно иметь сознание Кришны, чтобы увидеть, как это работает. Просто по милости Господа, если говорится. Это не ответ для материалистов. А если не будет милости? Откуда я знаю, что будет милость? А что такое эта милость? А почему нужна милость? У него масса глупых вопросов. Как будто он существует по какой-то другой милости, по своей милости. По своей милости родился, по своей милости пошел в школу, по своей милости должен делать то, по своей милости он женился, по своей милости воспитывает детей, по своей милости умер. Видите, какой всемилостивый человек. Естественно, что мы зависимы в этом мире, что мы должны так жить, по-другому мы не сможем выжить просто. Значит, мы имеем долг, а не просто прихоть. Мы подчиняемся долгу. А что это? Это устройство жизни или милость. Это уже устроено до нас, и после нас будет так устроено. И законы не изменятся. Сколько бы ни было среди небоскребов, ни бы не построили, сколько бы денег ни накопили, законы не изменятся Всевышнего. Это милость Бога. И есть разные законы, а зависит от отношений. Отец наказывает ребенка. Гуру наказывает ученика. Полиция наказывает преступника. И Ямараш наказывает грешника. Это разные законы. Разные способы. Это разные законы. Поэтому говорится, обратитесь к нему как к Отцу Небесному. Он умеет прощать. Полиция тебя не простит. Ямараш тебя не простит. А вот отец тебя простит, вот это вопрос отношений. Между преданными очень важно иметь такие отношения, глубокие, прощающие отношения, милостивые отношения, вдохновляющие отношения. Нет смысла стремиться к каким-то иным занятиям, даже ради пропитания. Многие великие души жили именно так, например, Мадхавендра Пури, никогда ни у кого не просил поесть. А Шукадева Госвами говорит, «Касмат баджанти кавайо тана дурмаданда тантан». Зачем просить о чем-то людей, ослепленных своими богатствами? Лучше полагаться на Кришну, и Он все даст. Участники движения Саддхани Кришны, будь они грехастыми или саньяси, преисполнившись решимости, должны стараться расширять движение, и Кришна обеспечит их всем необходимым. В этой связи хорошо помнить о том, как добывать себе добывает пропитание питон Аджагара Вритти. Даже если человек очень беден, он просто должен совершенствоваться в сознании Кришны и не тратить силы на то, чтобы заработать себе на жизнь. Здесь, конечно, описывается человек уже свободного от кармы. Если вспомнит от кармы, о нем заботится Верховный Господь, не его судьба.
не его как бы собственные грехи и добродетели. О нем заботится высший разум, который, несомненно, все поддерживает вокруг. Но в материальном смысле он поддерживает нашу карму. А карма непосредственно определяет нашу судьбу. Если освободиться от кармы, мы сможем осознать, кто на самом деле держит нас на руках, на коленях. Это разные вещи. Быть в области своей кармы, своей судьбы, или находиться на коленях у Господа. Это не одно и то же. И когда человек уже свободен от кармы, да, но мы видим, что преданные, они могут еще страдать из-за прошлой кармы, прошлой жизни. Конечно, она смягчается. И часть этих грехов Господь Читание берет на себя. Христиан – это Иисус Христос. У нас пример Господа Читания. Это Он. Такой особо милость проливает. Любой, кто обратится к Нему, Он примет его. Даже если он еще оскорбитель и грешник с любой кармой. Но часть кармы, конечно, остается для того, чтобы человек обрел сознание Кришны. Извлек уроки из своей жизни, обрел знания, прочные, необратимые знания. Часть кармы остается, это тело остается после нашего посвящения, да. Но часть кармы, она уходит, Господь Читания возьмет ее. Через процесс посвящения, преданного служения, карма будет сгорать. Где она сгорит? В огне, в отношениях с Богом. Огонь преданного служения означает огонь взаимоотношений со Всевышним. Он имеет эту природу, особую природу. Если с ним кто-то общается или обращается, он очищается. Он как солнце, он шутха, он очищает все одним своим взглядом прикосновением. Нужен просто контакт с ним, контакт святого имени. Через деятельность, через сотрудничество. Все, что Кришне нравится, мы должны делать. Ту пищу, которую нравится, мы предлагаем. И едим тоже именно эту пищу. И сгорает карма. Она сгорает. При этом могут быть какие-то несчастья в жизни. Но они нужны нам, чтобы понять милость Господа всесторонне. Осознать надмирную милость. Что она трансцендентна, она может проявляться по-разному, но она в любом случае является благом, милостью. Не просто кармой, а Кришна-кармой. Если Кришна добавляется, это уже другой смысл несет все наши трудности, страдания, там, бедность. Если преданный может быть беден, да. Преданный может потерять близкого человека, даже ребенка, он может заболеть, он может преждевременно умирать, и все что угодно может быть. Но все же это уже Кришна-карма. Это уже другая жизнь. И преданный, насколько он смиренен, он примет любую жизнь. Если это приблизит его к Богу, он согласен на все. Я страдаю, Кришна, но если это меня приблизит к тебе, я готов терпеть. Я готов принять это. Таким путем. И, конечно же, такого человека Ямарадж не накажет. Не поднимется рука. И вот как это для лидеров, то, что здесь написано, Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, наша школа лидеров, и, конечно, понимаем с вами, что нам нужно многому учиться. И говорить об этих вещах нужно тоже с преданными на местах, организовывать, чтобы у нас была Кришна-катха, и было преданное служение, чтобы мы вовлекались больше в нашу духовную практику воспевания святых имен, распространяли святые имена повсюду. А все остальное, как говорится, приложится. Будут на нас и большие храмы, Прабхупада сказал. Будут и ашрамы, и поселения. И все это уже постепенно происходит. Мы видим даже, что это происходит. И город уже есть у нас духовный в Майяпуре. А ведь не было совсем недавно ничего. Ведические планетарии уже строятся. Смотрите, условия создаются. Сами собой, если мы распространяем сознание Кришны, много людей... Оказывается, хотят помогать, хотят, чтобы это движение развивалось. Все больше и больше людей хотят, чтобы это движение развивалось. Начинают понимать смысл этого движения. И автоматически преданы все станут уважаемыми людьми.
если они распространяют знания, если люди получают такое благо, естественно, автоматически каждый, даже бедный преданный, становится уважаемым человеком. Его везде примут, накормят, посмотрите. Каждый, любой преданный зайдет в любой дом, его примут, накормят, любой преданный, смотрите. Бедный, богатый, без разницы. Мы не смотрим на эти вещи. Это для всех. Значит, мы строим дом также, в котором мы сами живем. Нас никто отсюда не выгонит. Прабхупада построил такой дом, где может каждый жить, как в семье. Если мы избегаем оскорбления, это гарантированно нам. Удача нам гарантирована. Мы все будем любить друг друга, уважать, прощать и сотрудничать. Хорошо, ну вот, это стих, который был задан из 7-й песни Шримад-Бхагаватам, 15 главы, наставление для цивилизованных людей. Это был 15-й текст. Пожалуйста, дорогие лидеры, большие-большие лидеры уральские, самые крупные, самые значительные лидеры, самые выдающиеся, задавайте вопросы. У нас здесь присутствует матушка Аманда Пекини. Мы ей тоже дадим возможность что-нибудь сказать, как Шрила Прабхупада видел этот принцип распространения славы святого мира. Hare Krishna, thank you very much, Maharaj. This wonderful commentary to the big leaders. Hare Krishna, дорогой Махарадж. Спасибо вам большое за комментарий на этот текст, и также, который вы связывали с большими лидерами. You made so many wonderful points. И вы сказали очень много важных вещей. First, you know, the point that leaders are often criticized. Первое, это то, что лидеров часто критикуют. And actually, relationships are the most important between leaders. И то, что отношения — это самое важное между лидерами. So, it's actually answering the question Manibanda Prabhu asked, what was the vision of Srila Prabhupada to spread Krishna consciousness? И это отвечает на тот вопрос, который задал Манибанда Прабху, как видел Прабхупада этот принцип распространения сознания Кришны. He said we could only do that if between ourselves we would develop love and trust. Он сказал, что мы сможем это распространять только если между нами есть любовь и доверие. Like, if we're not community with love and trust and with wonderful relationships, deep, honest and integrity in our relationships, people will not be impressed. Если в нашем собственном сообществе нет любви и доверия, нет целостности, нет хороших отношений, люди не будут впечатлены тем, что мы делаем. So it was very interesting when you said even if we are criticized, we should still try, because it's very difficult, try to love the people. И интересно, что вы сказали, что если даже нас критикуют, мы все равно должны пытаться делать как бы свои дела и стараться любить всех людей. And also it was wonderful the example of the pitten, that we shouldn't imitate, but we shouldn't over-endeavor for our livelihood. Также было интересно, что вы говорили про питона, что мы не должны имитировать этот образ жизни, но также не должны прикладывать чрезмерных усилий для поддержания своей жизни. Then we will have a chance to see how Krishna will fulfill the promise of Bhagavad Gita. Тогда у нас будет шанс служить Кришне и выполнять обещание, которое дано в Бхагавад-гите. He will preserve what the devotee already has, and how he will provide what the devotee is lacking. Мы увидим то, о чем Кришна говорил, что он будет сохранять то, что у нас есть, и давать нам то, чего у нас недостает. So, thank you to open
that seminar in such a high and blissful way. Большое спасибо, что вы открыли эту школу лидеров таким возвышенным образом и таким нектарным. Спасибо большое, Мараш. Спасибо большое. Спасибо, Матерь Мандакини, Хари Кришна. Мы вчера с вами здесь попрощались и сегодня снова встретились онлайн. И все преданные здесь тоже рады слышать вас, ваш голос. Итак, дорогие преданные, какие будут у нас вопросы, дополнения, обсуждения, диспуты, все, что хотите. Гуру Махарадж, Хари Кришна, мои поклоны. А вот по теме лекции вопрос. А вот есть такая склонность, как бы, когда читаешь вот Бхагаватам, вот такие вдохновляющие вещи, вот как в этом стихе о том, что ну, как питон нужно жить, и это на самом деле вдохновляет, если еще был опыт жизни в брахмачари-ашраме, да, и есть как бы такая склонность вот к этому, вот, посматриваешь в эту сторону, но с другой стороны есть ну, материальная жизнь, ну там семейная, да, которая заставляет тебя так или иначе работать, там, добиваться чего-то, и вот как сказать, и вот про сверхусилиям, это же Мандакини тоже сказала, вот где грань между сверхусилиями и, ну, и нормальными усилиями, которые как бы по дхарме, как сказать, ну ты должен свою дхарму исполнять как грехасха, как там рабочий человек, там какой-то там бизнесмен или там еще кто-то ученый, там, ну кем бы ты ни являлся. То есть как вот понять, где грань, а где сверхусилия, а где нет. Спасибо. Каждый мужчина, он хочет жить как питон. Но женщина не хочет жить, быть питонихой. То есть это не в природе женщины. И отречение заложено в природе мужчины. И именно поэтому он как бы лидер по этой причине. Более квалифицирована в материальном мире женщина, конечно же, но она не является лидером, потому что она не так отречена как раз, она больше в материи находится. Женщине нужен ведущий человек. Вы говорите о том, что это дхарма, обязанность домохозяина, но не входит в обязанность домохозяина быть под пятой жены. Не, пожалуйста, вот эти моменты отметьте себе. Нельзя быть под пятой женщины. Потому что иначе мы тоже погрузимся в материю вместе с ней. Утонем там. В материальных проблемах. Весь мир сейчас находится под пятой женской энергии, именно сексуальной. И все погружаются просто в иллюзию больше, 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 больше. От мужчин почти уже одна тень осталась. Один Аббас, почти что мужчина. Есть Нама Аббас, почти что имя, да, есть Пуруша Аббас, почти что мужчина. То есть теряют силу. Поэтому первейшая как бы, обязанность мужчины, неважно в каком ашраме он находится, его подготавливают к контролю чувств, к самодисциплине, контролю чувств. И он знает эту границу в своей семье, вместе с женой, он знает эту границу, которую нельзя, не нужно пересекать. Как написано в этом стихе, чрезмерные усилия слишком делать не надо. Он знает эту границу, если он наделен разумом и характером необходимым. Но если мы еще не сформировали такой характер, такой разум достаточный, конечно, это труднее будет. Конфликты в семье возникают именно по этим вопросам. Вопросам о удобной жизни. Мне так удобно, так неудобно. Ей так удобно, так неудобно. Как быть? Но должен быть кто-то, кто руководит. И кто это должен быть? Тот, кто контролирует чувства. А не тот, кто сильнее физически или хитрее. А тот, кто контролирует чувства. Тогда можно видеть, что люди могут жить по-разному экономически, да, на разном уровне семей, но они могут быть счастливы при этом. В отношениях. В отношениях. Потому что если мы думаем о своем счастье, о чувстве наслаждения, мы начинаем эксплуатировать друг друга даже в близких отношениях. И за эту роль отвечают мужчины именно.
В этом они должны быть лидеры. Как контролировать свои чувства? Если вы хотите контролировать жену, ничего не получится, если вы не контролируете свои чувства. Если вы контролируете свои чувства, ее контролировать и не нужно. Она сама становится под контроль, естественно. Если видеть, что муж контролирует чувства. Это тоже наука. И есть упадхарма, и санатанадхарма, не нужно забывать. Упадхарма – это наша профессия, наш долг. Вот, семейный долг есть, профессиональный долг есть, в нашем адхарме – упадхарма. Если мы забудем Кришну, это не принесет нам удачи. Даже если мы будем все время посвятим выполнению этого долга, мы не будем счастливы никогда без Бога. Потом в центре Кришна должен оставаться. Итак, мы идем через контроль чувств. Над собой, не над другими, заметьте, в семье. Мы не должны искусственно кого-то контролировать. Себя нужно контролировать. Хорошо? Это касается не только семьи, это касается и руководства, то же самое. Если руководитель чувства контролирует, за ним пойдут. Если он сам проявляет жадность, несдержанность, гневливость или вожделение, кто за ним пойдет? Только такие же. Такие же злоумышленники, как он. Пожалуйста, громче. Практически не слышно, что вы говорите. Еще звук нужен. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Хорошо. Примите, пожалуйста. А тот же самый вопрос, только не в семейную теперь, ну, скажем так, канву, а тему проповеди, отречения, где грань, вот прилагать усилия, развивать там проповедь, там, проекты развивать какие-то, там, миссию, книги распространять, где вот грань, прилагать усилия дополнительные, или тоже лежать как питон, я слышал такое от иногда от старших, там, не напрягайся, Господь Читания сам все развернет. Харинам Санкиртана все сделает. Просто вот наблюдай. Где вот эта грань, Гуру Махарадж? Наблюдать и также усилия прилагать в развитии миссии. Хорошо. Сейчас посмотрим Бхагаватам ответ на твой вопрос. Это буквально вот предыдущий текст. Предыдущие тексты, смотрите. Текст 12, да, где описывается 5 разновидностей безбожия или адхармы. Первое, полное неверие, видхарма. Второе, принятие религиозных принципов, которым человек не способен следовать, парадхарма. Показная религиозность, абаса, подобие религии, упадхарма, и обманная религия, чхаладхарма. Вот тут мы найдем ответы. Как ты думаешь? Где ответ? Еще раз повторяю, смотрите. Первое, полное неверие. Ну, я думаю, что у преданных нет такого. Преданные обладают верой. Так, видхарму исключаем сейчас из нашего обсуждения. Принятие религиозных принципов, которым человек не способен следовать. Парадхарма. Это может быть? Вслух говорите, чтобы я слышал. Вальмики. Да. Так, отмечай это себе. Если это может быть, отмечай это себе. Показная религиозность может быть? Да, может быть. Может быть. Подобие религии может быть? И обманная религия. Ну, чхала-дхарма тут, если мы следуем как бы гуру парампаре, если мы стараемся, то можно тоже как бы исключить, слишком будет. Она может, ну, в каких-то крайних случаях проявляться, конечно, в нашем движении, но она не уживается в обществе искон, конечно же. Значит, первое, вид харма и чхала-дхарма мы, ну, исключаем. И вот мы должны обсуждать вот эти три вещи. Тут мы найдем ответы. Не пытайтесь делать невозможные вещи.
Если вы это можете делать, делайте. Но если кто-то это не может сделать, мы не настаиваем. Мы не навязываем невозможные вещи. В Исконе тоже это обсуждалось. Иногда были такие проекты, которые мы не способны были делать. И пытались это делать. И столько мы провалили вещей. Это тоже вызывает сомнения, бьет по нашей вере. Поэтому вот это нужно обдумать хорошо вместе. Вместе. Лидеры должны знать, да? Как развиваться последовательно. Спасибо, Гурум, хорошо. Спасибо большое, ваша милость, Чайтанья Чамрита Прабху, за сегодняшний класс Бхагаватам. Я подведу небольшой итог сегодняшнего класса Бхагаватам. Для того, чтобы нам совершенствоваться, развиваться, нам нужна квалификация. И лучший способ развить квалификацию – это участвовать в движении Санкиртаны Господа Чайтанья. Большое им спасибо. Хари Кришна, дорогие преданные, спасибо всем. Мы, да. Мы будем с нетерпением ждать встречи завтра с вами. У нас еще будет одна встреча. А, Хари Кришна, после, до завтра. До после, завтра. После, не завтра, послезавтра. Послезавтра, прошу, хорошо. Прошу. Послезавтра. И вы, милость, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, окей? Да. Так, что у нас здесь? Свитхарма, Адхарма и... Прабхупада, здесь вопрос с Ютуба. Найкарати Привидаси спрашивает, а как простить самого себя? Простить самого себя? Можете не прощать? Можете не думать об этом? Меньше думать о себе нужно. Нужно понять, как бы, правильно этот момент. Я не знаю, как сказать, как это выразить. Но одно из плохих качеств в этом мире, наверное, одно из самых плохих качеств, что люди не принимают авторитет. Авторитет Бога, авторитет Писания, авторитет духовных наставников. Они все переиначивают. Все делают по-своему, по своей прихоти живут. Наверное, это главная проблема, можно сказать. Это вот относится как раз к этой теме тоже. Кто я такой, что себя прощать или себя поощрять? Это вот как раз вот не принять авторитет. Если вы пришли в общество преданных, для преданного служения, значит, Бог вам уже позволил это делать. Прощение в этом уже находится. Почему вы хотите это все переосмыслить на свой лад? Занимайтесь преданным служением. Да, стыдно, может быть, там какие-то плохие вещи были. И когда я вспомню тоже, я не найду себе прощения, ну, потому что это было. Но на чем сосредоточиться? Что говорит авторитет? Думай о Кришне. Служи Кришне. Кланяйся Кришне. Говори о Кришне. Садись в платформе как бы вот этого ума, собственного собственной значимости. Это тоже нехорошее качество, на самом деле. Он очищается быстро, если не завидует богатым, если он благочестив. Там говорится, благородные души. Страдающие, но благородные души должны быть.
запас благочестия должен быть. Если он бедный и завидует богатым, ему будет очень трудно в сознании Кришны тоже. Это тоже проблема. Зависть — это серьезная проблема. Но если он благочестив и способен не завидовать, если он с радостью принимает сознание Кришны и живет в этой радости именно сознания Кришны, он будет продвигаться очень быстро. И, соответственно, богатые не должны презирать бедных. Да, богатые не должны презирать бедных. Если они преданные. Если они завидуют бедным, также говорят они попрошайки. Хотя они могут быть попрошайками, если завидуют. Тогда капиталисты, коммунисты — та же проблема. Я бы хотел спросить такой вопрос про качество простота. Кажется, Гуру Махарадж делал утверждение, что вайшнавизм — это простота. Могли бы два слова об этом? Ну, простота, может быть, в жизни преданного, как качество преданного, как качество вайшнава и как простота в отношениях. Простота – это элементарная, как бы практика сознания Кришны – это элементарная вещь, очень простая, самая простая, что может быть из всех практик. Мы принимаем то, что хорошо для преданного служения, отвергаем то, что плохо, и все. И мы просто сознаем Кришну. Все. Так Прабхупада говорит. Это очень просто. Просто сознаете Кришну, и все. Но у нас в голове не все просто. А почему Кришна? И начинается. А что ты думаешь? Почему Кришна? Они говорят про Кришну, а кто такой Кришна? Индийский бог, а мы же не индусы. И начинается. Да все же просто, это же хорошо. Он красивый, красивый. А что не принимать, что сомневаюсь? А индус, потому что. Такой индус, он же бог. Да, но бог, но он бог индусов. И начинается, бог ты мой. Да все же просто, красивый, с флейтой, играет. Простат хорошо? Хорошо. Ну так прими это. А это остальное плохо, так отвергни это. Нет у меня в голове такие, знаете, дилеммы тут вообще. Столько концепций. Душа вечна, это хорошо или плохо? А чего не принимаешь? А может ее нет, и так далее. И начинается это. Может и нет, но ты хочешь, чтобы она была или нет? Не знаю. Господи, Боже мой. Все становится сложным. Если вы думаете, что это сложно, тогда терпите. Когда практикуем, все же практикуем, это постепенно станет очень простым. Это элементарно. Прабхупада говорит, что человек сидит во тьме. Он говорит, солнце встало, пойдем, выходим на улицу. Ну, это мне докажи, что оно встало. Откуда я знаю, что оно встало? Я не вижу. Так я только что с улицы. Но мне нужно доказать, что гарантия. Так выйди, ты увидишь, просто все очень. Возьми мантру, принимай прасад, ты сам все увидишь. Это была история, связанная, по-моему, с Шриданандой Махараджем. В 90-х годах один человек там на лекции в храме, он бросил какой-то там, стал спорить с ним, бросил вызов философский. И Махарадж сказал ему, давайте я вам заключаю пари сейчас при всех, значит, на $1 000 000. Если я проиграю, я получу $1 000 000. Если ты проиграешь, ты платишь $1 000 000. Вот давай, месяц живи в храме, следуй всей садхане, повторяешь мантру, все делаешь как. И если после этого скажешь, что Кришны нет, я получу $1 000 000 тебе. И он согласился. И еще 2 недели он стал преданным. Потому что все просто. Но в уме все усложняется, конечно. Отождествление, потом это материальное образование в уме. Засело. Мировоззрение, накопленный опыт, убеждения, их очень трудно тоже с ними справиться, с самим собой. А на практике все очень просто. Я не помню, что-то заплатил, наверное. Ну, Париж он проиграл, но он с радостью проиграл, все, он стал, по-моему, даже учеником.
Ну, Махарадж не требовал от него миллион долларов, конечно. Гуру Махарадж, а есть ли место в сознании Кришны чувству собственной значимости? Ну, какое-то вот понимание себя, вот как что-то что получается, что-то значимость какая-то. Или здесь все вот то, что про себя, это все вредно? Недопустимо. Недопустимо? Нет, преданные любят друг друга. Это самая большая значимость, на самом деле. Последний станет первым. Мы не говорим о своем материальном, обусловленном положении, что оно значимо. Что касается нашего духовного положения, это очень значимо. Частичка Кришны. Куда еще? А так чем гордиться? Прах ты, в прах ты обратишься. Так, такая формула. Тело царя, помните? Мертвое на поле битвы. Его там нежели, воспитывали. Шелка одевали. Украшали серьгами, шлемами. Лелеяли, нежели. А теперь оно лежит вот на земле. Бхагаватам это описывается, примерно. И никто не может понять из цариц, как это было возможно. Но это просто тело. И мы забыли об этом. Из-за собственной значимости. А это не имело значения большого. А что тогда такое жизнь? С осознанием значимости души. Это энтузиазм. Это энтузиазм при этом служении. Как Прабхупада объясняет, есть часть тела. И если отделить эту часть тела, скажем, один палец, то он становится хуже мусора. Его нужно сразу выбросить из глаз долой. Но если он связан с телом, он очень важен, очень значим, как и все тело. Если он заболеет один палец, вы потратите сколько угодно денег, чтобы лечить его. Если он становится очень значительным, так же, как и все части тела, как и все тело, если он связан с телом. Так же хорош, как Бог, так говорил Бхагаватам Сарасвати о своем духовном учителе. Он так же хорош, как Бог. Потому что он связан с Богом. А если не связаны, видите, с глаз долой, сердце вон. Рано или поздно все разваливается. Андрей Кришна, Марго Курбанач. Прежде всего, можете меня похвалить, спасибо большое за лекцию. Я хотел бы сперва с темой, как я думаю, что я чуть-чуть неправильно понимаю тему Кришна Бхакти. Является ли Кришна Бхакти Миша процессом? Каким? Миша. Миша. Смотри, я Миша. Кришна Бхакти? Да, Кришна Бхакти. Кришна Карма. Кришна Карма? Да. Это связано с кармой, да? Серьезно. То есть у меня есть карма, но я предаюсь Кришне. Предаюсь вместе с этой же кармой. Кришна Карма. Это временно. Это не вечно, это временный момент. Чуть-чуть по-другому понимал, на самом деле. А вопрос такой. Вы говорили о полиции и о Яхараже, которые не могут не наказать, да, не могут помиловать. Получается так, что вот они с ним авторитет, высший авторитет, и он не дает им эту возможность, как бы проявить вот этот помилование. Для чего это сделано? Для того, чтобы люди как-то дальше шли к авторитету, кто сможет, в конце концов, это помиловать, или для чего таким образом построить этот процесс? Они пишут. Это для материалистов. Помилования нет те, кто не обращаются к Богу. Они получают, что посеешь, что пожнешь. То есть тут принцип кармы. Человек, который отделяет себя от Бога, он попадает под контроль собственной кармы. Собственных поступков, сам за себя отвечает, как независимое существо, да, он же независим
от Бога. Так он себя считает. Так себя позиционирует, так отстаивает это положение, что я независим от тебя. Я... И тогда он зависит тогда от самого себя, то есть от своих поступков, от своей деятельности, от речи, от своего знания, от своего окружения, которое он выбирает. Все, что он делает, это его собственная зависимость. Но эти законы зависимости не он же создал. Это его была позиция, но его обслуживает материальная природа и полубоги, эту позицию. И Махараш возглавляет эту позицию и контролирует, что человек получил именно то, что он заслужил. Значит, если он независим от Бога, считает себя, он зависим от Ямараджа. Если он Ямараджа не воспринимает, не верит, то считает независимым. Зависит от законов государства. Если не зависит от законов государства, считает, что он волен воровать, совершать преступления, тогда зависит от женщины, которая им манипулирует, ради которой он совершает эти преступные действия. Если он даже от женщины себя считает независимым, то он служит просто своим чувствам, зависимо от своих чувств. Это последняя как бы степень и градация. Так, так. Уполномачивает, конечно. Полномочия получает свыше. Дхарма радж, дхарму. Он должен знать хорошо законы дхармы, законы Бога. Именно поэтому занимает такое положение. От имени Бога. И Махарадж нет. Без санкций ничего не сделает. Как это судья может сделать без санкций? То есть, или, скажем, адвокат, защитник, да? Без санкции судьи он же не сможет помиловать. Нет, высший закон он сознает, ясно, Махарадж. Сознает высший закон, он никогда не преступит его. Иначе это не Махарадж. Так же верно, как смерть говорится, тут не должно быть ошибки. Спасибо большое, Махарадж, за лекцию. У меня такой вопрос. Мы сегодня говорили о контроле чувств. Мужчина, что очень важно. Интересно, сейчас читаем как раз 13 главу, а мы говорили о поле и о знающем поле. Там вот тоже как раз об этом было, то, что мы должны отличать материальную природу от духовной природы. И говорилось, там такой образ приводился, что мы должны превладеть духовную нужду на себя. И говорил, что это связано именно с тем, что мы должны понимать, что, то, что если мы настоящее понимаем, что в каждом есть парамахма, то тогда как бы, мы можем контролировать желание своего ума. Вот можете немножко это раскрыть? Как это связано? Это большая тема. Что касается контроля чувств и ума, это большая тема. Сюда включается весь наш образ жизни, наши отношения. Контролировать нужно 6 побуждений, описывается. Ум, речь, гнев, язык, желудок, гениталии. Но это огромная сфера деятельности, широкий очень. И если мы можем контролировать свои чувства, то развивается новая формация отношений с окружающим миром. Все выстраивается само по себе. Не просто по судьбе, а по воле Всевышнего. Чистая воля Всевышнего. То есть сюда проникает как бы чистая духовная энергия. Если контролируются чувства. Потому что мы есть душа. Мы даем возможность проявиться этой духовной энергии через контроль чувств. Эта духовная энергия, она строит отношения другие. Любовь и доверие в целом. Опять же, это большая сфера, большой разговор, что это такое. И таким образом возникают
благоприятные отношения для развития сами по себе. Солнце светит, и все растет. Разве не так происходит само по себе? Если солнце есть. Также, если присутствует духовная энергия, все само по себе начинает процветать. Сначала нужно ощутить радость. В тех условиях, в которых мы находимся, мы должны почувствовать радость. Радость отношений. Это начало. Начало контроля чувств. Если мы вместе контролируем чувства, соблюдаем посты, регулирующие принципы, мы чувствуем, что у нас энергия радости увеличивается, если мы не завидуем друг другу. Мы начнем радоваться тому, что проявляются у кого-то духовные качества, если не завидуем. Просто в экстазе можем быть. Это контроль чувств. Он везде, контроль чувств, а освежает, омолаживает отношения, восстанавливается. Естественным образом, без наших усилий особенно, других. Другие усилия не нужны. Сколько усилий совершается искусственных, бесполезных? Как сохранить брак, как сохранить то, как в политике умиротворить людей, как сделать довольными того, другого, третьего, дети капризные, там еще что-то. Нет контроля чувств, нет школы. Нет брамачари ашрама. Институт брамачари – это начало варнашрама дхармы. Там контроль чувств. И он там естественно, что дети они, собственно, ну, еще не имеют каких-то проявленных желаний материальных. Им не так трудно контролировать чувства. Но их обучают не просто аскезам там, которые для них еще как бы привычны пока могут быть, понятны. Но и как занять эти ум, речь, язык, желудок, гениталии, как этим правильно пользоваться, как? Это тоже контроль чувств. Не просто запретами, но еще знать, как жить в этом мире. И их подготавливают, они идут, они учатся в школе. Но чтобы поесть, они, гуру их отправляет собирать подаяние. И когда приходит этот брамачари из школы, ребенок такой чистый, знаете, вот он из ашрама, и просит там, в том месте, где он и жил раньше, там его родители, его родственники, там друзья, может быть, знакомые, просто все с радостью дают ему, это он чувствует отношения. Вот как он учится этому. Он чувствует, что есть любовь. Сидя дома, он этого не поймет. А когда говорят, иди, собирай подаяние, неси сюда, сам ничего не берешь. Ты не ешь это все. Ты для меня это делаешь. Он это делает бескорыстно. Получает радость. Его там все любят. Он тоже всех любит. Живя в ашраме, он уже хорошо ко всем относится. Смотрите. И гуру собирает все, что принесли ученики. Там кто-то готовит. Вот он садится и говорит, иди сюда, садись, ешь. Иди, ты иди сюда, садись, ешь. Ты садись сюда. А про кого-то забыл. Он не скажет, гуру Махараш, меня забыли. Он не скажет такие вещи. Он будет сидеть и терпеть, он будет голодным сидеть. Вот это школа, смотрите, какая. Для детей это очень важно. Он постигает науку взаимоотношений. Что я могу быть счастлив только если гуру счастлив, отец счастлив. И другие люди также хорошо ко мне относятся. Вот эти отношения, они выше просто удовлетворения чувств обычного, эгоистического. Он даже потом стесняется. Один есть где-то. Как я могу один есть вообще? Это что такое? Надо кого-то угостить, но нужно с кем-то. Это же взаимоотношения, это же не просто пожирание пищи. Это собака, она берет и закапывает от других, понимаете, прячет все это. Но собаки так делают, но я не хочу быть собакой. То есть есть специальные правила, что такое институт брамачари. Наши брамачари не подаяние может не собирать там по квартирам. Не принято здесь. В Индии принято. Да, любой домохозяин даст что-то. Я ходил после инициации, собирал там по лавкам Майяпури. Все что-то, только ведь сразу оп, бросить что-то. Полный мешок принес. И радостно очень было. Всем радостно. Человек получил посвящение, да, вот дать ему дакшину. Здесь не принято, поэтому мы что делаем? Мы книги предлагаем, просим пожертвования. Мы так это делаем.
И те, кто ждут, ваши монеты деньги себе не берут, они отдают все в кассу. И чем же они наслаждаются тогда? Отношениями. Вот она школа. Не накопительством, а отношениями. И когда мы усвоили эту науку отношений, тогда можем заниматься и финансами, и деньгами, и работать уже в грехаскаше. Мы можем соприкасаться с деньгами, с властью, там, не знаю, с чем-то еще. Только это когда мы усвоили науку взаимоотношений. А, все лидеры такие вначале? А что ты хочешь? Где ты возьмешь такого лидера, как представителя Бога, скажем? Нет, еще человек незрелый духовно. Любой лидер становится таким. Любого из вас поставь сейчас лидером, и вы станете таким человеком. Вы не справитесь с этим сразу. Что тогда? Никого не ставить? Придется ставить, терпеть, воспитывать то, что мы делаем. Кришна научит. Мы говорим, это суровая школа. Не идеализируйте, это суровая школа. Материальная жизнь, это организация, это суровая школа. Вам придется терпеть себя, лидеров других, жертвовать чем-то. Постоянно. В материальном смысле мы по-другому не освободимся. Иначе мы будем мешать друг другу. Ты плохой лидер, и ты плохой лидер, все станут плохими потом. Если будем менять, как перчатки, все станут плохими. Кто сказал, что не надо? Надо просто уметь это делать правильно, терпеливо и так далее. И терпение – главное, наверное, качество в этом смысле. Терпеливо выживает. Как нам всем все-таки дойти до Бога? Вот о чем думать нужно. Со всеми нашими недостатками. Как нам все-таки вместе остаться до конца? А не повыгонять друг друга. Типичная вещь, а что тут спрашивать? Все такие. Кто же знает, что это такое? Это Кришна только и все. И все, что связано с Кришной. Если ты можешь что-то с Кришной связать, становится сокровенным. Можешь о чем угодно говорить в сознании Кришны. Прабхупада мог поддерживать любую тему практически. Однажды они за обедом с учениками, там был Тамал Кришна Госвами. И Тамал Кришна Госвами знал, что Прабхупада любит какую-то легкую беседу время вот, прасада, что кто-то что-то легкое говорил, такая легкая, не философская, глубокая, легкая. И он был мастером в этом. Мог с Прабхупадой общаться вот на любые темы, знал, как вот говорить в этой ситуации, в той ситуации. Был таким лидером.
И это Малкришна Госвами завел такую беседу. Прабхупада говорит, а вот если вот, вот это вот блюдо, вот это вот, смешать с этим, добавить, будет очень вкусно. Прабхупада поддержал, говорит, да, а если еще добавить это, будет еще лучше. Тогда подумал, а если Прабхупада вот сделать так, так и так, это вообще необычный вкус. Прабхупада, если сделать так, так и так и так, то будет вообще-то... И Малкришна говорит, напрягся и сказал еще что-то там такое, что вообще что-то будет фантастика. А тогда Прабхупада сказал, если еще добавить жареную рыбу, вообще будет. И все. И все так рот раскрыли. Прабхупада рыбе говорит, говорит, я, говорит, никогда не ел, но мне говорили об этом. Это тоже сознание Кришны. Если есть сознание Кришны, видите, что происходит. Прабхупада мог на разные темы говорить, но это всегда сопровождается каким-то трансцендентным радостью, сближением. Это сокровенно. Не так, что у меня проблемы. Я перекладываю проблемы на другого, это очень сокровенно. После этой сокровенной беседы все расходятся, вы мрачные, понимаете, перегруженные. Обычно с какой, тяжелыми какими-то впечатлениями идут к старшим. Почему? Они могут трансформировать как-то все это в позитив. Сделать сокровенным отношением. Даже может помогать, да, какие-то трудности могут помогать им сближаться. То есть сокровенно почувствовать отношения. Это вопрос очищения сердца именно, сердцевины. А больно, потому что это проникает в сердце. Какие-то чьи-то недостатки, ошибки по отношению ко мне тоже могут быть, какие-то ошибки у кого-то, клевета, может быть, все что угодно может быть. Она может попасть в сердце, вот в чем проблема. Но в чистое сердце она не проникнет. На поверхности останется. Я могу понимать, что человек клеветник, этот человек, вот, скажем, он мошенник, но он преданный. И в сердце не проникнет у меня это ничего. Но я буду знать, разум я буду понимать эти вещи. Но в сердце я не буду враждовать с ним. Сердце остается чистым. У меня нет друзей и врагов вот в этом смысле. Но если сердце недостаточно очищено, мне будет, конечно, больно, я как мне будет? Я буду с ним общаться еще с этим человеком, буду... Даже плохо начну говорить о нем кому-то, я еще начну озвучивать все это. Дорогой Гуру Махарадж, время от времени вот у нас в обществе появляются какие-то такие разные, как сказать, увлечения, может быть, так сказать. И вот одно из таких вещей, которые сейчас есть, это... Ну, там некоторые преданные начинают говорить о том, что джапу нужно уделять все 16 кругов, нужно повторять за 40 минут и делать это в уме, и даже обучают этому какой-то такой вещи. Ну, это причем ну, такие нерядовые преданные могли бы... Джапу за 40 минут? Да, за 40 минут, и надо в уме ее повторять, и надо вслух произносить, и начинают таким образом... Придумывать что-то. Новаторы есть такие. Современная жизнь, она же быстрее всегда нужно делать. Быстрее поесть, быстрее там что-то еще. Быстрее мантру повторить. И для чего? Куда? Для того, чтобы больше Бхагавад-гиту читать. А у них вкус к Бхагавад-гите. Ну, такое куда ни шло еще. Какой-то вкус есть, да. Если это честно все. Да. У нас тоже брахмачари говорит, дайте нам библиотеку, у нас нет места вашими читать книги вообще, мы тут. Тут перенаселение,
Вот. Сядешь читать, кто-то разговаривает, кто-то еще что-то делает. Мы дали им библиотеку. Что они там делали? Спали, заходили. Два часа, бабах. Но если вы честно, честно это будете делать, другой вопрос. Если будете честно изучать Бхагавад-гиту, у вас джапа лучше станет. У вас интерес к джапе появится более глубокий, конечно же. Если вы читаете Бхагавад-гиту по-настоящему, то вы потом вас трясет, вы думаете, сейчас я четки возьму, сейчас дочитаю, сейчас четки возьму, сейчас только дочитаю, сейчас четки возьму. Ну все, пойду четки возьму. Потому что Кришна там, ну как? А если вы читаете Бхагавад-гиту, чтобы мантру не повторять, и Кришна вам не так интересен, тогда что вы там видите в Бхагавад-гите? Что вы там читаете? Про кого? Но все равно это хорошо читать Бхагавад-гиту. И даже 40 минут джапы тоже неплохо для кого-то. Ну а распространять это не нужно, если кто-то так пока вот понимает так. По-другому не может. Но это не нужно делать стандартом. Стандарт Прабхупады установлен. Не меняем это. Вы с индусами не справитесь. Они будут петь, у них бхава. Вы не сможете их изменить таким образом. Это как во Вриндаван приехать. Они будут петь все равно. Рады-рады. В Исконе мы не поем, только в день явления Радхарани как-то. А в Вриндаване вы не можете этого запретить, Прабхупада говорит. Невозможно. Такая бхава у них, все рожденное. Они, эти баджаны с детства, они, бабушка их пела. Они не забудут никогда. В храм придут и будут петь там свои баджаны тоже. Это их культура. И что, заполонили? Ну и слава Богу, хоть храмы полные. А так бы никого не было. Но хотя бы иногда нужно петь Хари Кришна, так я понимаю. Это же храм Хари Кришны. Там есть президент, так, есть руководство. Они отвечают за стандарты. И это невозможно сейчас сделать. Надо поехать в Канаду навести порядок, точно. Поедешь в Канаду порядок наводить? В Канаду поедешь, говорю, порядок наводить? Ну, я тоже нет, видишь, ты что делать? Кто-то хочет сражаться с индусами в Канаде, нет? Так что пока мы ничего не можем сделать с ними. Видите, везде есть свои сложности. Даже в Канаде. Даже в Индии. Даже в Алма-Ате. Немало сложностей. Нам не до Канады на самом деле. У нас тут своих сложностей хватает. Да нет. Пожалуйста, скажите. Я едва их переношу все. Да коли еще терпеть, я не знаю. Каждая это проблема ходячая. Я и сам такой же. Я просто чувствую, что это семья. Не думай, что какая-то большая любовь там. Ну так смотрю и не вижу этого. Но семья и семья. Это я чувствую. Это моя семья. Если вы хорошие, когда молчите. Так родители говорят, да?
дети хорошие, пока спят. Так они хорошие, когда спят, очень милые. Но проснуться, если дать волю. Мы люди, мы сложные существа. Смотрите, любовь, она не должна быть сентиментальной, конечно. Потому что, как написано в шастрах, человек – это производная трех гун природы. Смотрите, в нем в три гуны одновременно умещаются. Это самое сложное творение, самое противоречивое существо, самое опасное существо, самое доброе существо, самое святое существо, самое негодное существо – все в одном. И в этом смысле у нас нет как бы любви, есть разум. Разум. А любовь, когда мы начинаем служить Кришне вместе, мы начинаем любить Кришну, вот эту любовь мы должны чувствовать. Мы это чувствуем всегда. Если кто-то приходит на киртан, мы очень счастливы. Если кто-то еще подошел, мы еще больше, если еще больше, мы еще счастливы больше. Это связано с Кришной именно. Чем ближе мы к Кришне, тем ближе мы друг к другу, конечно же. Но с материальной точки зрения, это тяжелый случай. Трезубец Шивы. Если вы доверитесь просто человеку какому-то, он разрушит вашу жизнь без Бога. И вы также сможете, вы также будете поступать, если с материальной точки зрения. В ответ сделайте то же самое. Это три гуны материальной природы. Если добавить Кришну, тогда мы, как люди уже, да, получаем эту милость Бога, мы для этого созданы. Для божественной цели, тогда мы говорим о любви уже. И ее нужно развивать, эту любовь. Не пользоваться, а развивать. Материальной любовью мы пользуемся. А, ты меня любишь, я сейчас использую тебя, а я использую тебя. Мы пользуемся этой любовью. Ну, удивительно, куда она делась? Такое ее использовали. Сами же. А здесь мы нет. Здесь мы ее отдаем. Наоборот. Мы через служение это делаем. Таким образом, любовь эта должна стать сильнее, чем наши материальные эти трибуны природы, сильнее, поднять нас выше сознания, вырвать отсюда. Наши чувства, ум вырвать из-за западни. Кришна всегда хорош. И те преданные, которые служат Кришне, они тоже хороши. Пока мы служим Кришне, мы очень хороши. Настолько хороши, что даже эти недостатки не мешают нам, не должны мешать. Луна светит, даже если мы видим какие-то пятна на ней, она все равно светит ярко. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.